В 2019 году на автомобильных дорогах Подмосковья погибли 844 и получили ранения 6913 человек. Отдельную обеспокоенность госавтоинспекторов вызывают ДТП, причиной которых становится превышение водителями установленной скорости или ее несоответствие дорожным условиям. Чтобы привлечь внимание общественности к проблеме, а также повысить уровень личной сознательности водителей, в Московской области проводится комплексный социальный раунд «Некуда спешить». Тематические мероприятия пройдут с 8 июня по 5 июля.